Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, и в этом видео покажу вам свой заказ по 8-му каталогу Faberlic. В заказ мне положили 9-й каталог, и по традиции начну со стартовой программы для новичков. В этот раз, выполнив очередной шаг стартовой программы, я с огромной скидкой, всего за 299 рублей, приобрела такую трехступенчатую систему по уходу за лицом. Туда входил химический пилинг с АХА-кислотами 30 мл, артикул 1068. Второй шаг – это микропилинг 40 мл, артикул 1069. И сос-терапия и восстановление SPF 8, 40 мл, артикул 1070. Единственное, что вот эти два тюбика, они шли не зафольгированы. Вот. Но я вот об этом уже говорила неоднократно, расскажу еще раз, потому что в интернете постоянно возникают какие-то вот споры по этому поводу. Фольга, она нужна для, в принципе, для транспортировки, когда средство может вылиться, когда упаковка не очень герметична, потому что бывают даже тюбики, они с виду одинаковые, но бывают не герметичные. Поэтому делается фольга для того, чтобы продукт не вытек. Вот. Что касается открытия, да, и срока годности, вот после открытия баночки, здесь 8 месяцев. В принципе, имеется в виду начало использования. То есть, когда вы выдавили продукт и начали пользоваться, то, что вы по-любому по там вот горлышку проводите пальцем. Но это чисто вот как защита. Хотя и то он может прослужить дольше, потому что у вас всегда, когда вы наносите крем, чистые руки. По сути дела, то количество консервантов, которое есть в креме, оно... Как бы крем может испортиться, только если вы туда залезете откровенно, грязными руками, или, я не знаю, там у вас тюбик упадет в мыльную воду, например. Тогда да, тогда он испортится гораздо даже быстрее. Вот. Во всех остальных случаях это будет нормальный продукт. Вот. Но к чему я это говорю? Дело в том, что меня слово «химический пилинг» пугает, поэтому пользоваться я этим не буду. Я или подарю, или же, может быть, разыграю в конкурсе. Не знаю, посмотрим. Вот, потому что, честно говоря, как-то я считаю, мне рановато пользоваться подобными средствами. Вот, со стартовой программой это как бы все. Ну, в этот раз, конечно же. Теперь, опять же, по традиции покажу то, что я взяла бесплатно за баллы. Баллы нам даются за каждую нашу покупку, и в следующем каталоге мы их можем потратить на подарки. И подарки у нас от 15 баллов. Там есть специальный каталог на сайте, из которого можно выбирать. Подарков много, они очень разнообразные. И в этот раз я взяла себе гель для душа и пену для ванны 2 в 1, мелодия Мэйхуа, слива Мэйхуа и белый жасмин. 310 мл, артикул 84-64. Такая вот упаковка, приятный аромат, мне очень нравится. Действительно пахнет так немножко сливой. И гель для душа из этой же серии, турецкая ривьера, морской бриз и зеленые сосны. Тоже 310 мл, 84-61 артикул. Также очень интересная упаковка, у них вот этикетка очень прикольная внутри выглядит. Пахнет соснами, тоже приятный аромат, такой нежный. Далее покажу то, что я купила с 50% скидкой, потому что в прошлом каталоге нам давали купоны за покупки на 50% скидку. И я заказала себе, во-первых, сос-крем для активных людей «Эксперт Фарма», домашняя аптечка, артикул 16-25, 75 мл. Вот в такой коробочке шел крем. Я беру его впервые. Вот такой вот тюбик, все было зафольгировано. Что могу сказать? По мне продукт бесполезный. Ну, во всяком случае, полностью усталость он не снимет и даже ее не облегчит. Точнее, он ее облегчит на где-нибудь там на часок, и потом им нужно будет пользоваться снова. Вот.
Поэтому аромат у него приятный, он не щипит глаза, не першит в горле, не распространяется на всю квартиру. Вот, но пользовалась 4 раза, и, в общем, я не заметила, чтобы он действительно как-то работал. Ну, то есть, я все-таки ждала, чтобы он снимал усталость. Если не полностью, то облегчал ее именно, чтобы и там, и через час, и через два я чувствовала, что усталость, по крайней мере, стала легче. Ну, вот он, солюшен такой белый. Поэтому не знаю, буду ли я повторять покупку. Наверное, его я все-таки допользую и там посмотрим. По скидке, в принципе, почему бы и нет. И второй продукт я взяла, это из той же серии, крем с термоэффектом, артикул 1626, тоже крем шел в коробочке. И тюбик у него точно такой же, фольгу я еще не снимала. Что касается аромата, он очень яркий, резкий и пахнет даже через вот закрытую упаковку. Пахнет так же, как крем Бенгель. В общем-то, думаю, что с таким ароматом крем действительно будет разогревать, как и тот, который я назвала. Но будет ли он помогать, не знаю, так как я им еще не пользовалась. Слава Богу, что у меня не было таких еще случаев, когда он мне бы пригодился. Как только им воспользуюсь, сниму видео и расскажу, помогает он или нет. Так, и третий продукт, который я взяла со скидкой 50%, это продукт компании Сингара. Я беру продукты этой серии впервые. Это гель-спрей для очищения воздуха Monarda Plus. В общем, 200 мл здесь. Вот такая упаковочка. Распыление, кстати говоря, очень у него такое, прям вот мелкое, как надо. Вот я сейчас нажала, он как бы так плюнулся, видно вот отсюда, а само распыление пошло очень-очень мелкое. Просто это вот на камеру не видно, но очень классно. Вот, вот теперь видно, как он так прям мелко, поэтому очень классно. Единственное, что такой аромат у него специфический, но для меня приятный, потому что это такой натуральный аромат, как мне показалось, пахнет корой. Ну вот если взять веточку, счистить с нее кору, вот будет примерно такой же аромат. Поэтому мне абсолютно нормально, приятно. Ну, предполагается, что, значит, он увлажняет и освежает воздух, осаждает микрочастички пыли, снижает риск распространения бактериальных и вирусных заболеваний, вот, ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, пока я им еще не успела воспользоваться, поэтому ничего сказать не могу. Но я оставлю ссылку на канал Екатерины Путяковой. У нее там есть обзор на вот эти спреи, так как она их все попробовала, и она о них рассказывает подробно. Поэтому ссылка будет под видео, вы сможете там просто у нее поподробнее посмотреть. Потому что я много чего уже покупала за 6 месяцев. В компании Faberlic очень много чего, но вот эти спреи для меня это пока новинка. Это все было по купонам. Теперь я покажу то, что я купила еще по акции там для консультантов. В общем, такой был флешмоб. И был набор для флешмоба. В принципе, почему я купила? Потому что туда входил новый аромат, вот который будет в новом каталоге. Ну, может быть, он, кстати говоря, есть и в этом, я не знаю, не обратила внимания. Тропическая история. Вышел он даже, по-моему, чуть дешевле, чем он будет в следующем каталоге. Вот такая вот милая упаковочка. Артикул 3308. Вообще вся эта серия туалетной воды, она идет в очень ярких, красивых коробочках. Сам флакончик еще более красивый, очень мне нравится этот цвет. Аромат приятный. Что касается стойкости,
что на одежде очень стойко держится аромат, очень долго. Я побрызгала, вот ходила тут несколько дней в таком летнем комбинезончике, побрызгала. Два дня ходила был этот аромат, потом еще дня два у меня этот комбинезон лежал. И вчера, когда я его решила постирать, прям вот я чувствовала этот аромат. Что касается, как держится на коже, ну, час держится точно, потом, конечно, наверное, надо брызгаться еще. В общем, меня стойкость полностью устраивает для своей цены. Вот, ну, в довесок, конечно же, ко всему к этому шли листовки, вот 100 штук. Ну, они мне, конечно, не очень нужны, но тем не менее, тут речь идет для тех, кто хочет зарегистрироваться, получать подарки. Кстати говоря, да, вот кто хочет зарегистрироваться, ссылка будет на регистрацию в мою структуру под видео. И те, кто зарегистрируется в период действия этого каталога с 23 мая по 12 июня, вот, и сделает заказ в этот период на сумму 1199 рублей в ценах каталога, в третьем каталоге получит подарок всего за 1 рубль. И в этот набор будет входить чистящее средство для металлических поверхностей всяких, потрясающее средство, можно и плиту мыть, и сантехнику, придает блеск, хорошо очищает. Концентрированное средство с шалфеем для мытья посуды, также очень хорошее. И средство универсальное, сейчас скажу, концентрированное универсальное средство, чистота и блеск. Вот эти два флакончика по 500 мл. Здесь я уже, честно говоря, объем не помню, но достаточно много, вам хватит надолго. Хороший набор и всего лишь за 1 рубль. Ну и дальше будут следующие шаги стартовой программы. Регистрация простая, бесплатная, не нужны паспортные данные. Вот, вам не обязательно ничего распространять, вас это ни к чему не обязывает. Более того, в стартовой программе вы можете участвовать, можете нет. Более того, вы можете, допустим, один шаг пройти, вот этот за 1 рубль, а потом не участвовать. А захотите, будете участвовать. Вот я, например, зарегистрировалась в июне, в январе, и прошла уже все необходимые почти шаги, еще там, по-моему, один или два шага осталось. Ну и, в общем-то, получаю с большой скидкой хорошие каждый раз наборы. Если вы там будете, по-моему, следующие шаги заказ делать на 3900, то ваши наборы будут по стартовой программе за 99 рублей идти. Следующие, то есть первый за рубль, а потом за 99. Если же у вас заказ будет на 1900, то за 299. Но в любом случае все, что там предложено, стоит гораздо дороже и стоит как бы пройти эту стартовую программу. Вот. Так что если вы зарегистрируетесь по моей ссылке, я всегда на связи и всегда буду рада помочь вам ответить на ваши вопросы. И также, кто зарегистрируется с 13 июня по 3 июля, при заказе на сумму от 999 рублей сможет получить вот такую туалетную воду. И с 4 по 24 июля, опять же, сделав заказ на ту же сумму, сможет получить второй такой аромат в подарок. Ну и также, естественно, будет участником самой обычной стартовой программы. Так что, если кого-то это заинтересовало, присоединяйтесь. И, конечно же, в набор для флешмоба входила вот такая стопка каталогов. Ну, мне, конечно, столько не надо, но, в общем, ну, отдам кому-нибудь. Хотя и то я уверена, что у меня больше половины, ну, наверное, отправится в помойку, к сожалению. Так, ну и давайте теперь уже приступим непосредственно к самому заказу, ко всяким акциям, новинкам. Ну и, пожалуй, давайте покажу новинки. Я купила себе из серии Дом Фаберлик водный спрей, освежитель воздуха, цветочный букет, артикул 112-28, 345 мл. Вот такая упаковочка.
что могу сказать? Очень долгое время нажимала вот на эту штуку, где-то раза с 20-го только как бы, все это стало брызгаться. Аромат при распылении, честно сказать, для меня резковатый. Потом он становится менее резким, но держится-то он не очень долго, поэтому не знаю, повторю ли я покупку или нет. Там еще был, по-моему, антитабак, но у нас дома не курят, поэтому не знаю, пригодится ли мне антитабак. Был еще цитрус, но там написано сладкий апельсин, поэтому сладкий апельсин я не люблю. Так что вот у меня был выбор только цветочный. Ну, вот, хотелось бы, наверное, побольше ароматов, побольше вариантов. Поэтому не могу сказать, что я в каком-то неописуемом восторге. Могу показать повтор. Это новинка прошлого каталога, тоже серии Dom Faberlic, универсальный жидкий спрей-пятновыводитель. Артикул 111-51, 150 мл. Вот такая упаковочка. Эта новинка мне очень понравилась. Действительно, очень удобный, хороший, действенный спрей. Поэтому решила взять в запасик, пока хорошая цена. Вот, например, пришли гости, кто-то капнул на скатерть. Вы можете, так сказать, просто брызнуть, не снимая скатерть, не привлекая к этому никакого внимания. Когда гости уйдут, просто постирать, все это отойдет отлично. Вот. Я также пользуюсь, когда, допустим, вчера разбиралась в корзине с грязным бельем, сортировала белье к стирке, то если я видела какие-то пятнышки, то я вот брызгала. И, в общем, спрей справляется с пятнами. Даже один раз у меня собака на ковре насвинячила. Этот спрей меня очень выручил. Поэтому я могу его рекомендовать смело. Следующее, что я вам покажу, это была акция. Можно было купить наборчик из серии Вербена с очень хорошей скидкой. И так как мне эта серия понравилась, я решила приобрести. В набор входил очищающий тоник для всех типов кожи, 150 мл и артикул 0801. Вот такая вот красивая бутылочка, очень такой приятный свежий аромат, розовый цвет. Кожа после, знаете, такая свежая, отдохнувшая выглядит. И в этом наборе также был гель для умывания для всех типов кожи, 100 мл, артикул 0802. Гель был зафольгирован, я им тоже уже пользовалась, он хорошо очищает кожу, смывает косметику, не стягивает кожу, в общем, не сушит, очень мне понравился. Ощущение, что действительно лицо хорошо очищенное, поэтому тоже могу рекомендовать. Далее была тоже акция на серию Beauty Cafe, и я себе приобрела набор из двух средств. Во-первых, в набор входил крем-сорбет для тела, малина и белый шоколад, 100 мл, артикул 1821. У меня, наверное, уже в запасе несколько таких тюбиков, потому что на них частые акции. Один тюбик я уже израсходовала. Мне этот крем нравится, но он больше по консистенции как такой лосьончик. Очень приятно пахнет, хорошо впитывается и действительно ухаживает за кожей. Здесь, в общем, в составе есть касторовое масло, оно стоит хоть и не на первом месте, но поскольку компонент этот очень активный, то он действительно хорошо питает кожу, поэтому подходит для ежедневного применения. И второе средство, которое входило в набор, это шлифующий скраб для тела, малина и белый шоколад. Артикул 18-20 и 150 мл. Вот такая вот красивая баночка. Беру уже второй раз, и сейчас я уже открытую баночку покажу. Она зафольгирована, и когда мы открываем вот эту фольгу, посмотрите, какая прелесть. Здесь настоящие косточки малины, похожи прям вот на джем. Такой
вкусный аромат вообще, то есть если не знать, что это косметика, то просто можно съесть. Вот такой вот скраб. Ну, у меня кожа вот ко всем скрабам достаточно чувствительная, поэтому для меня нормальный скрабирующий эффект. Вот, ну, кто любит такой более жесткий скрабирующий эффект, то, конечно, может быть, это просто такое баловство. Но я могу рекомендовать, попробуйте, потому что, ну, это огромное просто удовольствие. Еще была акция хорошая на серию оранжерея. Можно было купить 3 средства с очень большой скидкой. И я взяла, во-первых, жидкое мыло для рук, Ее Величество Роза, 200 мл. Так, и артикул 85-18. Уже берем не первый раз, у меня несколько таких бутылочек в запасе, и как только есть акция, беру, потому что в Лаксе Тан Роза 4 королевы вроде как уже, это была лимитированная коллекция, даже сейчас, честно говоря, не интересовалась, есть продажи или нет, но поскольку ароматы идентичны, а этот дешевле, то, собственно, почему бы, да, и не взять. Второе жидкое мыло, это Юный Османтус взяла, 85-24 артикул. У него очень нежный, приятный аромат, который подойдет, ну, не знаю, мне кажется, что и мужчинам, и женщинам. И, ну, он настолько нейтральный, что его вполне можно подарить. Вот у меня был один такой, я его недавно подарила своей ученице на день рождения, поэтому, ну, как дополнение к подарку, и поэтому решила пополнить свои запасы. И там была акция не только на мыло, но и на крема, поэтому я взяла питательный крем для рук Ее Величества Роза. 75 мл, артикул 85-17. Этот крем также у меня всегда есть в запасах, я им уже, кстати, пользовалась. Хороший крем, очень такой приятный аромат, и он впитает кожу, в общем, отлично работает. Далее, были хорошие цены на гели для душа Beauty Cafe. Я взяла себе вишневый конфитюр в запас, 200 мл, артикул 21-80. Это потрясающий аромат вишневой косточки. Вот один у меня такой в использовании, постоянно к нему тянется рука, потрясающий аромат. Единственный недостаток у этих упаковок, вот такая хлипкая крышечка, которая очень частенько отлетает. А так гели хорошие, не сушат кожу, хорошо пенятся, в общем, нравится. Взяла, как, в общем-то, и в каждом заказе, из серии Faberlic Expert лак для волос «Сильная фиксация», 200 мл, артикул 89-73. Постоянно беру, постоянно хвалю этот продукт во всех заказах, во всех пустых баночках, в общем-то. Хороший лак, действительно хорошо фиксирует, поэтому могу рекомендовать. И на него почти постоянно очень хорошие цены, скидки. Да, кстати говоря, я забыла, что в набор для флешмоба еще входил пакет из 100 вот таких ленточек. Сейчас я вам их покажу, не знаю для чего. Ой, прошу прощения, не знаю для чего они. В общем, вот такие ленточки. Ну, раз входили в набор, так входили, пусть будут. В принципе, на них можно брызгать туалетную воду и давать людям понюхать. Была классная скидка на серию «Счастливые моменты». Это гель для душа и пена для ванны 2 в 1. В общем, я взяла, ну, при покупке 2 гелей, в общем, была хорошая цена. Я взяла морской релакс. Взяла я сразу 2 тюбика. Здесь 250 мл, артикул 84-99. Это как бы для людей, занимающихся спортом, просто когда вот вы устали, принимаете ванну или душ, и очень хорошо действительно расслабляет мышцы, успокаивает нервишки, приятный такой морской аромат. В общем, очень классно, мне нравится. У меня уже и в использовании такой, в старой версии, в новой, несколько штук в запасе, и взяла еще 2. И я поняла, что у меня еще есть лавандовый
«Сон» и «Розовые грезы» из этой серии, и не хватает для коллекции двух ароматов. И в итоге я их тоже решила взять. Во-первых, это счастливое, да, «Лимонное пробуждение», артикул 84,95, 250 мл. Вот так вот выглядит упаковка, ярко, красиво, и, кстати, да, приятный аромат. Такой лимончик, лимонные конфеты. Вот, например, если бы серия «Лимонное Монпансье» пахла вот так вот, я бы всю серию скупила. Но «Лимонное Монпансье» мне пахнет такими свечками парафиновыми, поэтому я с той серией не сдружилась. В общем, буду пользоваться с удовольствием. Очень приятный аромат. Но еще один гель для душа, лаймовый заряд. Я, по-моему, видела отзыв у Кати Гребенко, но боюсь ошибиться. И, по-моему, она как раз говорила, но, опять же, я не уверена, потому что дело было давно, что пахнет доместосом. В общем, я решила взять все-таки в коллекцию артикул 84,96, тоже 250 мл. Вот такая упаковка. Слушайте, это действительно правда. Пахнет доместосом, просто какой-то кошмарный аромат, вот знаете, бытовой химии. Ну, блин, если бы они написали такое название, что аромат доместоса, типа, не знаю, примите ванну и смойте с себя все грехи, ну, наверное, люди бы для прикола покупали. Но вообще это безобразие, просто правда отвратительный химозный аромат. Вот, ну, я не знаю, я им не буду ни душ принимать, ни ванну, и думаю, что и руки мыть он не пойдет. Просто он у меня сейчас вот в туалете стоит, гель для душа Фа, ну, никак не основное средство чистить туалет, а как бы, образно говоря, для профилактики. Вот закончится, поставлю туда вот это средство, потому что ни в каких других целях его использовать, извините, нельзя. Я категорически его не рекомендую вам. Это просто, ну, даже не знаю, как это назвать. Вот, также в моем заказе была краска для волос «Краса», как всегда, 7,4, артикул 89,19, это я беру для себя, очень хорошая краска, она мне, в общем-то, спасла мои волосы, в общем, держится она очень хорошо, с кончиков не сползает, волосы выглядят такими ухоженными, красивыми, здоровыми. В общем, я очень люблю эту краску, она мне очень нравится. Маме я беру всегда оттенок 1.0, но в этот раз этого оттенка, к сожалению, не было в наличии. Поэтому у мамы, конечно, есть в запасах, но на всякий случай я взяла краску Faberlic вот без аммиака, вот такая краска, тоже оттенок 1.0. Ну, она будет в запасе, а там посмотрим. Ну, состоит она, в общем-то, из тех же самых компонентов, что и все остальное. То есть тюбик, флакончик, там перчатки, бальзамчик, инструкция. Ну, все как обычно. Но, тем не менее, я ничего не могу сказать про эту краску, так как ни разу еще не пользовалась. Далее. Я взяла из новинок попробовать кашу гречневую с луком и морковью, артикул 15928. Я ее уже открывала, пробовала. Очень классная каша, такая ароматная, вкусная, так что я могу ее рекомендовать, прям очень классно. Вторая каша гречневая на молочной сыворотке, артикул 15929. Но эту кашу я еще не открывала, но, в общем-то, думаю, что должна быть тоже очень-очень хорошая. Что, наконец-то, порадовало, стали писать артикул вот здесь, а не здесь, потому что иногда покупаешь, отрываешь, естественно, пробуешь, и потом в обзоре начинаешь искать этот код. В этот раз была хорошая акция при покупке двух любых каш, была хорошая цена. А так вообще, честно говоря, немножко завышено. Ну что, и теперь перейдем к лакам для ногтей. В этот раз была хорошая цена при покупке двух лаков. Каждый стоил 85 рублей. Конечно же, я не могла не воспользоваться акцией, ну и приобрела себе некоторые лаки.
Во-первых, взяла лак вот такой. Сейчас скажу. Артикул 7460. Покажу вам его на ромашке. Вообще, я заметила, что лаки сохнут немножко долго. Хотя, может быть, это от того, что сейчас сырость, дожди, может быть, от этого, не знаю. В один слой лаки ложатся все хорошо, не полосят, но чтобы добиться вот такого цвета, как именно в пузырьке, нужно наносить в два слоя. Так, это у нас вот один был лак. Дальше покажу следующий лак, артикул 7452. Вот так вот он выглядит. И сейчас покажу на ромашке. По-моему, не совсем передает. Здесь вот такие белые частички очень прикольные. Знаете, сейчас я еще для удобства найду в каталоге. Где-то вначале, сейчас я постараюсь. Да, вот, уже нашла. Вот этот лак я первый показывала. И второй я показывала вот этот. Следующий лак, который я приобрела, это артикул 7453. Тоже вот он на ромашке, с такими же беленькими вкраплениями. Очень хорошо ложится, хорошо смотрится. Так, и, наверное, нужно еще по названиям пройтись. Вот этот вот «Небо в алмазах», потом этот «Снежная вишня» и вот этот «Клюква в сахаре». Так вот он выглядит в каталоге. Следующий лак, артикул 7451, это лимонный пай. Такой вот лак. Мне понравился этот оттенок, и сейчас покажу на ромашке. Кстати говоря, такой красивый эффект, такой немножко шершавенький. Очень прикольно. Тоже ложится хорошо в два слоя. Следующий оттенок это артикул 7448, аппетитная халва. Вот все, что здесь на ромашке, нанесено в два слоя. Ну и, в общем-то, похоже. Еще один оттенок, артикул 7384. Так, сейчас посмотрю, если он... Да, есть в каталоге, называется «Фиалковый букет». На ромашке выглядит следующим образом. Так. Еще один лак, 7385, душистая сирень. Вот так вот выглядит. И последний оттенок, артикул 7449, клубничная пастила. Вот так вот выглядит. И, в принципе, сейчас он у меня на ногтях. Тоже я нанесла в два слоя. Такой нежный розовый цвет, очень такой красивый эффект. В общем, в принципе, мне лаки понравились. Я довольна покупкой. Может быть, даже надо было взять еще какие-то. Ну, вот эти вот два оттенка, они как-то не очень прям сильно отличаются друг от друга, вот они. Но в целом хорошие, потому что я брала какие-то другие лаки, точнее брала моя подружка, и они полосили, а вот эти прям отлично ложатся. Просто если красите в один слой, как вот я люблю, то они будут просто более такие бледные. Ну вот, это были как бы все мои покупки по 8-му каталогу. Если видео вам было полезным, понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и до встречи в новых видео. Всем пока!